Bienvenidos a Nelsito Flow, noticias, MMA y deportes. Да, готовится он к своему... ...контора Фонбет, который является генеральным партнером данной... Ни грамма волнения мы не видим. ...большую статистику. Что здесь все, конечно, индивидуально. Вот, например, Кейн Веласкес, я помню, перед первым поединком с Джуниором Дос Сантосом был крайне обеспокоен, и я, когда он выходил в октагон, очень удивился, на самом деле, реакции мексиканца, который всегда был решителен, всегда был достаточно таким, обладал жестким взглядом, да и после этого у него также было. Но вот перед тем поединком что-то пошло не так. Хотя мячу забито Магомед Шарипов, который буквально ворвался в UFC. 14 побед, 3 поражения. Макс Холлоуэй. Да, Макс Холлоуэй очень уверенно прибрал к своим рукам чемпионство. Говорит до 70 килограммов. Да, кстати говоря, вот на пресс-конференции во время речи как раз Тони Фергюсона и... 65 килограммов не для него. Ну да ладно, и ложит рано или поздно открытый обмен. Ну, Барзол тоже готов ко всякого рода выпадам со стороны. Мэтт Бессетт, выбрасывая левый хайкик, попадает. Такое ощущение, что пока для представителей Перуот хайкик хороший. Великолепная! Наверное, не стало сюрпризом для... Прижимает он своего соперника к сетке. Пытается сократить дистанцию. Попадает в защиту Мэтта Бессетта. И сразу же контратакует. Правый хайкик достигает цели со стороны. К сетке жмется Мэтт Бессетт. И я думаю, что сейчас будет тейкдаун. Да, великолепный. Но пока все видит. Барзола и сейчас атакует корп. Как в борьбе. Все-таки я ошибся. И больше, наверное, эффективных действий произвел. Футворкинг. Он двигается. Хорошо уходит на... Подставил плечо и ушел. Великолепный. Колено. Ох, жесткий правый хайкик. В ноги проходит. И первый тейкдаун. Барзола, и опять будет тейкдаун, скорее всего, да. Снова подхват ноги, попытка взять корпус. Заходит за спину от ударов, но все-таки пропускает несколько ударов по голове. Техническое действие, и прямо под самый занавес второго раунда. Вдруг Мэтт Бессетт, вот за это его уже можно похвалить, поскольку хороший достаточно. Однозначно будет пытаться засушить поединок Энрике Барзола. Уже со стороны Мэтта Бессетта. Вот здесь перуанец опять пытается произвести тейкдаун, и в ситуации остается чуть больше минуты и производит такие опять тейкдаун. Бразильян джиу-джитсу, то есть команду, в которой практикуют именно бразильский. Мэтт Бессетт и несколько ударов все-таки вскользь достигают его. Да, Энрике Барзо.